своего соперника. Ваше внимание на экран. Меня зовут Вариевода Эльдар. Мне 13 лет. В спортивно-патриотическом клубе «Аэрополк» я занимаюсь полгода. Родом из Украины. До этого занимался на Украине кикбоксингом год. Эльдар, а почему ты шепеляешь? Потому что у меня спухла щека. А что случилось? Мне сказали не говорить. Ходят слухи, что Илья Сергеевич вас наказывает физически. Это правда? Нет, это неправда. Расскажи готовность к поединку. Ну, я целенаправленно настроен на победу. Ну и что, ты так будешь серьезно стоять на меня и смотреть? Может быть, ты улыбнешься? Город Красногорск. Но на востоке она и ушла.